тела розы. Есть? К этому основному телу вот этот венец пределов, венчик, вот это вот утемнение только лишь на верхушечке. Вот здесь, конечно, я бы тебя потребовал бы, наверное, немножко математики. Поставила пятно и по цилиндру распределила. Идешь от темного к светлому. Света на свету. Просто вот наминаешь красочку. Все время мы с таким шагом. Вот так вот, как коготочек. Его прижимаешь. И разворачиваешь холстом. И боком. Не вот так вот, чтобы царапки такие оставались, а боком. Толстые такие царапки. Не-не-не, посмотри, ну так же неудобно. Смотри, бочком. Смотри, как будто коготочком. Смотри, коготочком стрижешь. Мокренько, лишнюю красочку отсюда смыть. А после этого вот так вот дулечки, тряпочки взяла, прям на тряпку набрала краски. И стерла туда. Так, чтобы это было достаточно плотно. Если так не будет получаться, значит лежа. Лежа. Так, почти кисточка лежит, лежит на холсте. Уже плановость. Смотри, да? Они стоят, обрезались, и дальше земля пошла передним планом. Есть такое ощущение? Есть. Насчет неравномерной липовой. Вот эти вот просветы. Вот, и, вот про эти просветы ты говоришь? Я думаю, что это красиво. Вот такая вот крокозяброчка. Из-под брюка. И самое светлое место у нас вот здесь. Вот здесь. И дай себе сразу ориентир этого самого светлого места. Набрать, растопырить. Вот так вот растопырила. И вот такие бандюки. Горизонтальные, ой, вертикальные. Понаставляешь. Где-то боком зайдешь. Так, чтобы это было понятно, что здесь что-то пытается произрастать. Попробуй. Никаких жесткостей. Какая она милая. Значит, будешь раздавать не по одной линии, где-то они у тебя наверху собрались, кучки, где-то они у тебя даже вот повисли в воздухе или их оторвало там ветром, порывом ветра, и они улетели. Намеков. Потом взяли синий, взяли желтый, получили. Получили. Зеленый. Не экзамен. Смотри. Штрих по форме любит. По цилиндру. Давай. Вот делаем. Вот смотри. Вот сюда намешал синий. Сюда же намешал желтый. Получил зеленый. И вот так вот на палитре набил. Густоту. Смотри, смотри, какая густятина получается. Прямо вот здесь намешал. И густоту вот этих трав. От середины. Вот этот лист вот сюда. Вот так. Вот прямо натираешь. Как всех новичков, ошибка всех новичков, писать жестко очень. Жестко. Значит, где-то здесь оно все ушло и растворилось. Это вот присуще всем початкивцам. Немножко много краски. Где много ее лишнее снять. А здесь у нас появятся вот эти, как их называешь, ромашки. Намешаешь немножко голубенького, как ни странно, под ромашишки. И вот так вот основу, так, вытирая краску. Хорошо. Давай. Ну давай сиреньку, а потом ромашку. Смотри, это дети рисуют одуванчик как шарик. Да, а одуванчик у него что?
Это всюду какие-то торчат. Я наверное, лет 5 рисовала, память. Ну, что, помнят ручники. А я думал, ты намекаешь на то, что прошло всего лет 7, да? Мутно, мягко, дымчато, любовно. Да? Смотри, не так много жесткостей, как было у тебя, но это намного вкуснее, чем было до этого. И теперь как капусточку накладываешь. Капусту видела? Mm-hmm. Ну вот, капуста лежит. Тот листочек, поверх того листочка, еще листочек, поверх этого, этот. Так, начинаем с заднего. С того, который нижний. Нарисовали, а потом перекрыли. Этот перекрыли, этот перекрыли. То есть последовательность такая здесь. Попробуй. Это тротуар. Так. Где-то в парке, да? Угу. А здесь дорога. Посмотрите, вот это как бы некий парапетик, он угу. подбит темным. А здесь, да, здесь идет история, теория дождя проходит, правильно? Угу. Есть такая. Значит, отражения имеют всегда вертикальный характер. Угу. Зеркально, вертикально, размыто. Вот, запомни себе три таких, как мантру выучил. Все отражения имеют зеркально, вертикально, размыто. Все. А потом все это хозяйство перевивается горизонтальными плоскостями, и у нас сразу все ложится на воду. Понятно, да? Попробуй. Значит, макательно. Макательно. Самое главное, вытирательно. И очень важно, кучковательно. Не отдельно стоит каждый вот такой мазочек, а он кучкуется, сбивается в кучки, мутненько. Все инструментики используем для достижения цели. Давай. Самое главное вытирательно. Вот такие намеки как сделали. Оп. И уже лодочка. Карма у меня нарисовалась. Вам скажут, можно я покритикую вашу работу? У вас должен быть ответ, один ответ. Купи и критикуй. Все. Когда привезли Мону Лизу там в Питер и значит поставили, выставили в Эрмитаже, и много людей ходило и смотрело. И вот стоят возле картины, говорит, что ты говоришь, картина это на меня не производит никакого впечатления. Тут Раневский говорит, милая моя, она столько лет на всех производила впечатление, что она теперь может сама выбирать, на кого им произвести впечатление, а на кого нет. Класс! Это как раз про то, что ты говорила, делать пятно побольше. Да, немножко дробненько. А как-то где-то они сбиваются в кучку. Мало того, не все они белые. Как ни странно. Поэтому все достаточно быстро. Я бы не сказал, что агрессивно, но без вот этих излишних терзаний. Нам некогда терзаться. Мы или делаем, или идем курить.